Худышек больше не встретишь на французских подиумах и в рекламе. Теперь это закон. Моделям, которые переборщили с диетами и слишком исхудали, придется есть побольше, чтобы продолжить карьеру. Согласно новым правилам, при устройстве на работу модель должна представить справку от врача. Индекс массы тела должен быть в пределах нормы. Если работодатель нарушит закон, ему грозит солидный штраф до 75 тысяч евро или тюремное заключение на полгода. А в октябре изменения коснутся и французских модных журналов. Если фотография отретуширована, на ней появится соответствующая надпись. Подобные нормы в последние годы были приняты в Италии, Испании и Израиле. Таким образом, во Франции решили позаботиться о здоровье самих манекенщиц и тех, кто на них смотрит. Французы не должны воспринимать чрезмерную худобу как стандарт красоты и тем более стараться походить на такие сомнительные идеалы.